Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Пресс-обзор» и я, ведущая Дарья Корочкина. Для тех, кто еще не успел купить свежую прессу, краткий обзор районных и областных новостей. Все грани жизни на странице газеты «Конаковская панорама». Конаковская межрайонная прокуратура протестовала нормативно-правовые акты, установившие плату за предоставление услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Подробнее на второй полосе. Статистики обрисовали нерадужные перспективы Тверской области. Снижается уровень потребления, зато растет количество торговой площади. При этом цены на тарифы и платные услуги подскочили на 8%. 5 февраля Тверстат подвел итоги развития Верхневолжья в 2013 году. И о новостях спорта читайте в свежем номере. В свежем номере газеты «Заря» читаете. Более 200 конаковских лыжников выехали на старты областного этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014», которая состоялась в деревне Ямок под Тверью. Всего на старт вышло более 10 тысяч участников. У наших замечательные результаты. 23 февраля – мужской праздник, День защитника Отечества. В «Заре» традиционный дембельский альбом. Наиболее известные мужчины Конаковского района вспоминают свою службу, рассказывают армейские байки и, конечно же, показывают читателям свои фотографии из армейского дембельского альбома. Первого в этом году сессия собрания депутатов Конаковского района состоялась в конце прошлой недели. О чем говорили народные избранники, читайте в свежем номере «Зари». Как всегда, горячие новости от газеты «Тверские ведомости». Идти по дороге вместе. Детям с диагнозом аутизм можно и нужно помочь, уверена учитель дефектологии Елена Наумцева. Как читать в статье Павла Иванова. Короли и мазилы. Как и почему 30 тысяч жителей Тверской области стали охотниками. Подробнее на первой полосе. О популяции зебр в Твери в колонке обозревателя читайте мнение Александра Долевского о дорожной инфраструктуре. На этом у меня все. Рубрика «Пресс-обзор подскажет, что и где читать».